Такую кричалку ребята из школы болельщиков придумали накануне, специально для участников предстоящей универсиады. Илья Шевелев в этой школе второй год. Он знает, как правильно болеть за наших спортсменов. То есть вот пришел с полотенцем, с флагом на щеке, прям не просто оле-оле и пошел, а вот прям орет, там ритм какой-нибудь и это, понимает, что если я помогу поболеть нашим, то наши выиграют. Организаторы рассказывают, помимо кричалок и танцев, в школе болельщиков научатся выстраивать отношения с людьми, изучат историю Олимпийских игр и английский, чтобы свободно общаться с иностранцами. Также в этом центре есть мастер-класс по изготовлению сувениров к универсиаде будущим болельщикам. Предлагают сделать вот такие флажки или браслет. С помощью специального рисунка нужно срисовать юлайку, и в дальнейшем такие нашивки можно использовать на одежде болельщиков. Педагоги уверяют, занятия пойдут на пользу даже тем, кто далек от спорта. На занятиях детям объяснят, что такое волонтерство, и расскажут, как развить лидерские качества. Есть специальные упражнения, там, техники, которые работают с эмоциями именно и позволяют настраиваться на то, чтобы вот в нужный момент как себя повести, как повести за собой. Потому что вот если на стадионе есть 2-3 группки, которые этим умеют пользоваться, да, вот, то я думаю, стадион этот не пропадет. То есть он уже там все подтянутся. И по большому счету, это, конечно, идет и понимание позиции волонтерства. Потому что волонтер — это такая психологическая, человеческая позиция, когда абсолютно на безвозмездной основе, ну, как-то делают добро. С начала учебного года такие занятия внедрят и в школы. Посетить их сможет каждый желающий от 15 до 17 лет. Запись уже ведется на сайте Центра творческого образования «Престиж». Елисей Савлюк, Александр Тропин, Новости ТВК.